«Сколько книг может написать человек за свою жизнь?» – думала я, глядя на Николая Полотнянка. Он и сам, наверное, не предполагал, когда учился в литературном институте, что его багаж окажется столь весомым, а литература станет смыслом жизни. 8 романов, из них 4 – это история нашего Симбирского края. Здесь Богдан Хитровой, Степан Разин, Емельян Пугачев – и губернаторы разных времен правления. 5 книг повестей и рассказов, сколько там интересных героев и событий, 2 пьесы для театра, 14 поэтических сборников. Если представить, что поэзия – душа литературы, то сердце Николая Полотнянка отзывается на любое движение жизни трепетно и взволнованно. А недавно вышла и документальная повесть «Дневник очевидца. Правдивый рассказ о нашей провинциальной жизни». Это тоже писатель Полотнянка. И вдруг, хорошо, что жизнь прошла. Как это прошла? Нет, слава богу, вышла новая книга. Поэт и прекрасная дама. Я дожил до того, что не смогу сказать вам ничего, что было бы несказанным. Мы общностью судьбы навеки связаны. Это не порвать, не развязать, не разрубить и не разрезать пламенем. Да, он прав. Разрубить корни, связывающие его с Ульяновской землей и ее людьми, невозможно. Боль за нее, восхищение и скорбь в каждой строке. А вы читали его книги? Если нет, вам повезло. У вас еще есть возможность открыть для себя мир героев поэта Николая Полотнянка. У него и луна живая, тревожит нас по ночам, а подсолнухи похожи на ребячьи головы, а березы разговаривают, листья лепечут, и шинель защитница народная шагает по Красной площади в поисках героя. А люди, они страдают, радуются, стремятся к высокому и страстно любят. Словом, герой Николай Полотнянка живут на всю катушку, как сам поэт. Читайте его книги, друзья, и вы приобретете умного собеседника, узнаете много нового, почувствуете красоту нашего русского языка и взгрустнете о чем-то несбывшемся. А я помогу вам выбрать самое интересное. Буду давать анонсы на каждую книгу и по-прежнему знакомить вас с поэзией Николая Полотнянка. Никогда не поздно приобрести хорошего и верного друга.